Я вас приветствую, дамы и господа. Сейчас мы находимся возле, по-моему, колледжа или школы. И самое время посмотреть, что у нас творится как раз со школами. Мне бы, честно говоря, не хотелось жить в таком городе, где невозможно устроить ребенка в какую-либо школу. Ну, дальше он не пойдет. Да, человек может быть не умным, но образованным он должен быть и получить знания. Начальная школа у нас вообще по полной проблемы. Сейчас у нас пока золотая осень, октябрь, и надо нам успеть управиться до зимы, потому что у меня нет режима разработчика. И когда наступят холода и выпадет снег, будет проблемно достаточно работать как бы непосредственно со строительством. Не очень удобно. Лучше зимой мы будем заниматься строительством порта. Что, как обычно, пробки на дорогах. Построим мы вот здесь школу, как раз есть место. Школа здесь, здесь. Нам нужны только начальные школы. Пожалуй, надо сделать какой-нибудь... Не знаю, наверное, спортивное сооружение вокруг сделать. Посмотрим сейчас, что у нас есть из спортивных сооружений. Из глобальных у нас со зрителями, поле для зрителей по обеих сторонам. Ну, кстати, прикольная такая штука вообще, почему бы и нет. Да. Просто только потом поместится ли школа, да, надо начать со школы, а потом уже мы дальше посмотрим. Да? Позже посмотреть, что там у нас за коллапс. Блин, слово паразит коллапс. Это здесь у нас пробка большая. И как правило машины у нас уходят. А, ну тут конечно из-за чего пробка. Это автомобиль дорожной службы, который в принципе ремонтируя дороги тормозит все. Ну, хотя, ладно, давайте вперед, ребята, ускоряйтесь. Народ пошел как раз из школы, гуляют уже в каких-то куртках. О, трутся на лавочке, а ноги-то у них где? Тут не сидят, что ли? Прогуливают уроки. Все время задавался. В школу с собакой. Достаточно оригинально. Они все с собаками почти. А чего стоим, ждем? Вот ребенок учится без образования в начальной школе. Саша Амброс. Надо же. У нас получился неплохой такой райончик со школой. А, здесь, кстати, можно... Пожалуй, да. Пожалуй, да. Надо просто немножечко его состроить. Более высотные дома, но не знаю, насколько мы далеко от центра, да. Наверное, все-таки пускай будет район небольших строений. И нам нужно что-то придумать еще с парковочкой, да, вот здесь вот. Хотя парковка есть, ее пользуют вообще, ну да.
Парковка достаточно странная. Вот есть платная парковка, я пробовал делать на полную стоимость, никто не заезжает. Ну, край 25 центов, как бы, можно делать в таком большом крупном районе, когда им деваться некуда, то они, конечно, будут платить за все. Забываем еще строить тротуары. Вроде бы как бы считается, вроде бы, ну как излишество это. Ну, излишества здесь не вижу, просто связующие элементы, как и дорожные. Люди должны передвигаться по городу максимально. Максимально хорошо. Ну и, конечно, здесь опять же, куда вдоль дороги мы делаем коммерцию. Получился такой интересный, красивый райончик. Да, интересный, красивый райончик. В котором есть школа, стадион, даже две начальные школы, стадион. Вот этих можно еще выгнать, конечно. Маленьких домиков застроечных таких вообще. Хотя почему нет? Тут у них и парк, и все остальное. Такой свой маленький рай в отдельно взятом региончике. Так, пока у нас октябрь, а значит, у нас еще целый месяц есть. Здесь я немножко перестроил порт. Перестроил порт, и у меня, конечно, есть тоже, опять же, некоторые рекомендации по строительству порта. Если вы видите, здесь огрызки такие есть. Когда я делал дамбу, чтобы она смотрелась более так интересно, и вода не выплескивалась, то есть я не удалял сразу, а делал небольшой такой, как сказать, ручеек поступления воды для того, чтобы она не переливалась, чтобы не было проблем. Ну и чтобы более-менее все смотрелось, оно даже смотрится, по-моему, даже с высоты хорошо. Здесь просто четырехполосная. Все-таки двухполосная, наверное, узкая. Вот. По-моему, это смотрится достаточно прикольно. Потом я это уберу. Заодно посмотрим. Теперь у нас два порта есть пассажирских. Какой-то чувак, невозможно найти путь. Надо посмотреть, что проблема. Один путь есть. Линия одна. Пассажир-то есть хоть? 55 прям. Ух ты. Так, значит, здесь порт у нас закроется, походу. Каких-то пор после строительства вот этой дамбы, или я там что-то накосячил с этими штуками, он перестал работать почему-то. Потерял путь. А где он потерял путь? Возможно, вот здесь как раз. Ладно, давайте это все сейчас сроем как бы немножечко. Будьте весьма аккуратны при строительстве, да. Вот малейшая ошибка, и у вас... Кстати, можно попробовать ее как-то слить, но как слить, я ее теперь не знаю. В общем, пускай, может быть, высохнет. Что у нас еще, октябрь? Ну, хорошо. Пока октябрь, нужно быстрее нам достроить дороги для того, чтобы запустить наше сообщение автобусное. И вот здесь мне не все нравится. То есть вот в инфраструктуре здесь как раз нам не в тему. Вот здесь вот в городе находится, конечно, съезд вот этот вот, потому что как раз им пользуется. Он постоянно забит машинами. Где-нибудь здесь бы было бы нормально бы развязка бы вообще сделать. Это ребята добывают руду. Работают по полной программе. Красавцы, просто красавцы. Здание пустует и доступно для аренды. Ну, то есть вот сдается здание в аренду. У нас же требуется, что вы не строитесь.
У вас же все для этого есть. Почему вы не строитесь? Может, офисы прилетят? Ну ладно. Мусоросжигающий завод. Вот надо, может быть, где-нибудь здесь построить. Хотя здесь вроде нас добывают что-то. Здесь мы зерно выращиваем. Ну, здесь нефть добываем. Здесь вот нефтеперерабатывающий завод можно поставить. Но опять же, найдется туда арендатор, вообще неизвестно. А вот мусоросжигающий как бы заводик, я бы, вот, честно говоря, здесь бы поставил. Он вырабатывает еще электроэнергию. Или можно вот здесь его, например, поставить. Да? Не помешает же он нам здесь. Хотя, ну, мало ли там здесь пригодится еще территория. Где-нибудь его наверху в горах. Сразу помчались сразу. Как только стоило подключить, все сразу забежали, да? Ну, выглядит, конечно, вот этот вот мусорный ящик, да, я сначала попутал, как кружка пива, да. Кружки не хватает. Все, они полетели, а мы пока немножечко сделаем. Это у нас дополнительное что-то, да? Как только начнет сюда поступать мусор, он станет вырабатывать электроэнергию, а мы ее будем еще и к тому же продавать. Все, как только она появится, она сразу начнет продаваться, и мы опять увеличим свое благосостояние. А благосостояние в этой игре говорит нам о том, что мы можем не обращать внимания на денежные средства при строительстве. В общем, засадим все деревьями и будем ждать, когда они произрастут. Да, потом еще запустим автобус, чтобы он привозил непосредственно людей, которые могут здесь работать. Кстати, непонятно уже, как они здесь появились. Вроде машин нигде нету, но персонал 70 человек из 86. Даже мусор уже навалил. Так, а ты куда? Эй, ты куда? Оп, сожрало. У нас сожрало машину. Тут ворота? А, и ворота-то не открываются. Да ладно, мелочь. Ну вот он уже пустой. Крупногабаритный мусор, что ли, собирал какой-то. Поехали-ка, стой. Поехали с тобой. Отвезешь нас в город. Все равно по пути. Так, интересно. Куда это мы? А, у нас еще один мусор. Это я, значит... Ну, ладно. Значит, будем продавать еще дополнительно как бы мусорозавод. Мы можем принимать еще мусор из других регионов, так скажем. Да, оказывается, здесь уже есть мусоросжигающий завод. Ну, просто интересно, почему тогда транспортное средство с этого завода отвезло туда мусор. Хитрые бобры. Так, вот надо перенести как раз эту парковочку немножко вот сюда. Вот так вот. Чтобы здесь стало бы поставить еще дополнительно. В общем-то, хуже не будет.
Вот оно что. Вот оно строительство города. Я пропустил даже такое огромное строительство, как... Да. Построил еще один мусоросжигающий завод. Ну, хуже не будет в любом случае. Хуже не будет. Здесь вот перво-наперво надо, наверное, упразднить эту дорогу. Сделать ее ровной сюда. Спускающейся, да? Здесь, скорее всего, мы на этой стороне будем делать город туризма. Тем более у нас 28 единиц. Пора все открывать. Как бы что-то строим-строим. Кстати, посмотрим заодно, что у нас тут. Это все из-за завода. Построил завод, и у нас упало, как бы, да, этот. Хотя нет, вон уже 11. Ну ладно. На это внимание вообще уже больше обращать не будем. Надо выкупить клеточки. Так вот, нам позволяет их купить, и мы их купим. Тут можно немножечко русло расширить. Мне так, например, хочется. Да-да-да, нам надо вернуться на трассу, ребята. Полетели обратно. Прикольно, да, зависли? Сейчас будут рваться на трассу по очереди, чтобы уехать. Что такое случилось здесь? Все они хотят в город. Они отсюда тоже хотят город. Это Спарта, да, едут? Почему туда не едете? Или тут что, тут закрыто, что ли, с трассой какая-то проблема? Нет, тут можно также ехать в обратную сторону. Что это вам не имется-то, а? Ну, как обычно, все заторы, они временные. Я думаю, что все это... Так, что вы тут у нас, ребята, делаете? Где у нас? Ага. А тут... Здесь они перестраиваются, начинают в самом конце. Ну что, вы заранее не можете перестроиться, что ли? Ну что вы заводят-то за такие, а? В общем-то, вот и наступила зима. А зима это в City Skyline 2 не очень хорошо, во всяком случае для меня, и я не люблю, мне неудобно работать ни с землей, ни с чем. Вот, поэтому мы... Хотелось бы побыстрее получить весну. Я не знаю. В общем-то, за это время как бы были построены... У нас сейчас минус 1 февраль 26 года, 69 тысяч населения, и все-таки я запустил автобусы. Не так уж много на него пассажиров. Используется только на 20%. Вот первый идет на 80 километров. То есть вот желтый этот вот. А как вы посмотрите, кстати, вот так вот, что ли? Судя по тому, что у нас 70 тысяч граждан и открытым всем, мы являемся уже мегаполисом при 70 тысячах населения. То есть вот. Так у нас большой город. Мы втыкаем в жизнь большого города. На окраинах пробок у нас нет. Все пробки у нас находятся в центре. Горы, красота, природа, лыжные курорты и все остальное. Я думаю, скоро мы начнем на
Я только не знаю, как это выбрать побережье. Правое либо левое, пускай будет на том побережье. Просто вот мы будем делать, наверное, с вами туристический городок. Теперь мы можем ехать с этой стороны сюда, с этой стороны сюда. Здесь мы, наверное, промышленный район. Пока, наверное, продолжать не будем, потому что у нас и здесь есть для промышленного района все, что можно использовать. Пускай здесь заполняются, да? Пускай здесь растут. Деревья растут. Все. Я уверен, теперь полностью деревья растут. Это, кстати, очень здорово. Это здорово, что они растут. Вон тут у нас как разросся наш парк, засаженный постепенно. Это все круто. Да, это круто. Вот на это нужно время, но деревья растут. Деревья растут, это здорово. Здесь, как и обычно, город живет своей жизнью. Огромное количество людей, транспортных средств. Здесь очень много коммерческой различной недвижимости. Люди постепенно прибывают, да, до сих пор живут. Надо посмотреть, может быть, действительно расположить офисы. Это что у нас здесь, школа? Да, здесь школа. А вот тут можно расположить небольшие офисы для работы людей. Я не думаю, что они будут против, что нужны нет, небольшие, а маленькие офисы. И это скажется на повседневной жизни. Людям удобнее будет приходить из дому. Здесь они тем более живут рядом, то есть им перейти дорогу и перейти в офис. А вот тут, кстати, можно немножко, конечно, облагородить таким вот образом. Кривая, красивая дорожка. Вот теперь как бы здесь у нас достаточно все красивенько. Запретить бы грузовой транспорт в этих районах, для того, чтобы нам разгрузить эти районы. Но вот здесь вот лес я бы не хотел убирать. Зачем? Пускай здесь будет такая лесополоса естественная. То есть вот зачем? Ой-ой-ой, сколько людей ходит. Ой, сколько людей ходит. И все туда-сюда бродят. А, кстати, вот здесь вот можно ли сделать что-либо? Вот у нас тут... Что здесь случилось у нас? Почему? А, ну, здесь перекресток, и на перекрестке постоянные проблемы. Перекресток – это вечная проблема. Впоследствии, когда вырастут деревья, это будет очень красиво. А пока мы можем посмотреть на уровень безработицы у наших людей. Да. У нас в городе единственное, что не нравится людям, это высокий уровень. А что, даже проблем с пробками нету?
Высокий уровень шума. Ну, куда в городе без высокого уровня шума? Это, конечно, нонсенс. Благосостояние граждан аж плюс 16. Хороший доступ к почтовым услугам. Изобилие развлечений. Пешая доступность начальных школ вообще идеальная. Хороший доступ к медицинской помощи. Улучшение служб, правда, у нас уже такие. Справедливые налоги даже. Изобилие свободного времени у людей. То есть вот... Все прекрасно и хорошо. А вот безработица составляет у нас 7%. Вот так работает наш порт. Выглядит так прекрасно. Здесь у нас даже где-то должна быть остановка транспортного общественного. Посмотрим, сейчас прибыл транспорт. Придут люди, куда они двинутся. Здесь у нас приезжает автобус один, по-моему, да? Есть тут автобус? Да. Граждане встали на остановочку ожидать автобус. Подождем мы немножечко. Постоим на трассе, подождем. Подождем мы, подождем. Вот едет наш автобус. Только его и видели. Вот так. Что у нас происходит здесь на въезде из города? Да, мы на подъеме, поднимаемся на гору. Здесь наши ученики сюда должны заходить и идти в институт. Кстати, кто-нибудь учится? 731 человек. Это достаточно неплохо. В общем-то, еще зима, февраль, но уже все как бы снег сходит. И скоро мы начнем наше глобальное строительство. Глобальное. Здесь у нас, мне хотелось бы вот на въезде в городе где-нибудь здесь сделать администрацию города. То есть вот как выезжаете вы, и, допустим, справа вы видите администрацию города. Или слева лучше всего. То есть сейчас посмотрим, как разобраться с этим. Служба соцобеспечения. Да, 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 я тебя уже выбрал. Так, теперь посмотрим, что нам дает эта служба соцобеспечения. Государственные субсидии. Это как раз... Ого! Мы с вами получаем 131 миллион.
плюсом. У нас, то есть, налоги составляет 136 миллионов. Из них мы тратим всего на город 10 миллионов. Это круто очень. То есть, можно посмотреть на график. Это вообще обалдеть, да? Обалдеть. Нам ничего не нужно. У нас мы просто... Просто вообще у нас вот 457 миллионов. То есть мы в этом не нуждаемся. Теперь любое строительство для нас не является проблемой. Можем просто отображать производство и все остальное. Ну, как я и думал, камни у нас есть достаточно, материальные блага. У нас очень большой излишек производства. Это у нас программное обеспечение. Мы его продаем на сторону. Отсюда у нас, конечно, денежки тоже идут. То есть вот, стройте офисы, господа, и будет все. Утилизация отходов нам приносит деньги. Утилизация отходов нам приносит деньги, как видно. Полтора миллиона почти. Здравоохранение, ритуалы, конечно, мы не можем продать. Электричество почему-то у нас мы в минусе. Хотя доход с него... Да, это возможно в службах здесь городских. Утилизация отходов вот уже сейчас... Ну ладно. Я с вами вынужден попрощаться на время. И скоро с вами увидимся. Будем строить остальные все вещи, там, больнички и все остальное. Будем думать, как нам добить до 100 тысяч населения. Адьос, камрадос.